Дорогие друзья, всем привет! Прошедшая волна коронавируса показала многим, как важно пользоваться и иметь дома безопасные антисептики. Не только безопасные для использования, но и те, которые делают безопасным наше проживание в окружении бактерий. Так вот, сегодня я хочу поговорить о таком безопасном антисептике, который есть в компании Yes Global. Но изначально вот так вот дома у меня есть запас клюквы. То есть сейчас, узнав как можно больше о клюкве, о ее вообще полезных действиях и лечебном терапевтическом эффекте, я запаслась просто даже клюквой как пищей. Но и помимо этого, я сейчас пропиваю курс женского продукта Альфа Макс В+, в котором клюква здесь как базовый компонент. Поэтому сейчас я расскажу вам о ней. Несмотря на такую огромную пользу клюквы, употреблять ее в сыром виде практически невозможно. Она очень кислая и терпкая. Поэтому ее как-то заготавливают, но при этом добавляют, например, глюкозный сироп, когда ее сушат, что, естественно, не очень-то полезно. Чем обусловлен ее такой вкус? Резко кислый и терпкий. Это наличием, конечно, огромного количества витамина С и антоцианов, которые делают вкус клюквы именно терпким, вяжущим таким. Это флавоноиды. Поэтому я предлагаю использовать в женском продукте Альфа Макс В+ клюкву в виде порошочка или смеси. Это будет очень полезно, не так затратно, и вы можете это делать на регулярной основе. Сейчас давайте немножечко поговорим о том, что дает наличие такого количества витаминов и минералов для использования внутрь. Но прежде всего асептический эффект от использования клюквы. Мы видим в центре большое количество витамина С. Итак, высыпая в рот и рассасывая такой порошок, по исследованиям ученых идет гибель бактериальной патогенной флоры на 60%. А это позволит нам защитить себя от возможных гангивитов, ангин и других воспалительных процессов. Далее, когда мы рассасываем этот порошок, и он у нас попадает в желудок, хеликобактер не выживает в присутствии рядом с клюквой. Поэтому эта защита как раз идет нашего пищеварительного тракта. Также бактерия кишечная палочка E. coli не может развиваться в присутствии клюквы. Поэтому мы еще защитим свой мочевой пузырь, а также состояние кишечника от размножения патологической флоры. Да, хороший порошок. Помимо асептического эффекта и питательного эффекта клюквы, я сейчас скажу еще об одном. Это поддержка нашей сердечно-сосудистой системы. В частности, у нас есть витамин С и у нас есть П-витамин, что вместе образует соединение аскорбин, известное тем, что продлевает молодость наших сосудов за счет того, что поддерживает эластичность сосудистой стенки. И кроме того, здесь есть еще противотромбический эффект, потому что клюква прекрасно разжижает кровь. Поэтому даже тем, кто употребляет варфарин на регулярной основе, нужно воздерживаться от клюквы, либо выбирать что-то одно. Вот такой замечательный продукт у нас есть Альфа Макс В+. И представьте, я всего лишь упомянула о трех эффектах. Представьте, сколько еще мы не знаем. Я постараюсь как можно чаще рассказывать о них.